синяк. Наконец-то от этих тренировок пошел ток. Мне понравилось. Вот так, потихонечку. Если будем слушаться ее. Не повезло тебе. Прости. Доложи о проверке периметра. Ну уже, Серж! Очередная победа человека-паука. Проверьте, что с ним там. Замятано. Да, новые пушки, это что? Премиси есть. Здесь нет души. Всем смотреть. Должен быть еще один. Убейте его, если надо! Никто руки не есть! Поможет. Лови! Не будет времени жаловаться. Нас убьют. Народ, смотрите в оба. Где-то здесь Человек-паук. А ведь и впрямь могу. Ладно,
Ладно, Кев, а если так? Шокер против надгробия. Кев, ты меня слышишь? Да. Кто-нибудь, проверьте, что у него. Да, я этим займусь. Ладно, выходи и сражайся, подделка! Вот, передохни. Никакого подполья, а скоро и никаких генераторов. Получилось. Док в барьере пропал. Можно его разбивать. Был проход в главный зал. Заблокировано. Упс. Может, есть лестница? Или лифт? Я вот думаю, а может сказать Фине, что ты Человек-паук? Эй, Фина! Я не только соврал насчет вступления в твой клуб, но и тот, кто хочет тебе помешать. Ну, можно и как-то поделикатней. Ага, большая бронированная шахта. Да, мой игровой комп до такого явно не дотягивает. Ага. У Фины тут настоящее злодейское логово. Видишь этот огромный бронированный контейнер? Абсолютно неподозрительный. Думаешь, на форм там? Да, есть ощущение. Из контейнера во все стороны тянутся кабели. Интересно. Изобретение Эрика. Кригер не знает, как получить еще на форму. Фина в нем разбирается. Она поняла, как работает его реактивность. Похоже, Фина делает новую маску. Щит? А, стоит мне разобраться с одним оружием подполья, она изобретает что-то новенькое. Подключить напрямую не получается. Может, получится сделать цепь через Тор или... Один есть. Нужно включить остальные. Почему я должен признаваться Фине, что я Человек-паук? Ты не думаешь, что ей это не понравится? Посчитаем плюсы и минусы. Плюс. Она твой лучший друг. После меня. Минус. Она умелец. Плюс. Лучше поговорить прямо, чем действовать у нее за спиной. Минус. Другой Человек-паук ясно сказал. Никому не говорить, кто я такой. Ты сказал мне. Может, если бы она знала, что борется с тобой, то ей бы перехотелось быть умельцем? Может, ты прав.
Гипсокартон крошится. Фина разрабатывает новое оружие против меня. Похоже, она послала подпольщиков шпионить. Уже два. Надеюсь, это хорошая идея. Ну что может случиться? Ты ж в 30 кварталах отсюда. Отправляет Броксон фальшивые данные, портит их работу над Духормом. Хитро.